Карачаево-Черкесии в этом году летней оздоровительной кампании планируется охватить около 12 тысяч детей. Об этом говорили на совещании в Доме правительства с участием министра образования республики Инны Кравченко и представителей профильных организаций и ведомств, задействованных в организации летнего отдыха детей. Мадина Каракетова подробнее. Лето – самая волшебная пора для детей. Именно с летним отдыхом, каникулами связаны самые лучшие детские воспоминания. Министерство образования республики ежегодно проводит летние оздоровительные кампании, стараясь организовать самые лучшие и запоминающиеся каникулы как можно большему количеству детей. В этом году в детских оздоровительных лагерях республики отдохнут около 12 тысяч детей от 7 до 17 лет. Планируется функционирование 110 лагерей, в том числе 7 загородных, 2 палаточных и 101 школьного лагеря с дневным пребыванием детей. И летняя оздоровительная кампания 2024 в нашей республике начнется с 1 июня текущего года. В оздоровительные лагеря будут приглашены дети участников СВО, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. 6400 детей будут отдыхать в пришкольных лагерях дневного пребывания. 750 детей у нас охвачены клубами выходного дня. И 2000 детей будут охвачены другими малозатратными формами отдыха. Еще около 300 детей у нас отдохнут в федеральных центрах. 100 детей участников СВО на побережье Черного моря. Кроме того, в нашей республике в этом году также запланирован отдых 750 ребят из Старобельского района Луганской Народной Республики и 60 ребят из Белгородской области мы ждем в гости. Второй год подряд в Карачаево-Черкесии на базе двух лагерей «Адель» в Домбае и «Шахар» в поселке Эркин-Шахар будет работать профильный тематический лагерь «Движение первых». На организацию отдыха детей в бюджете республики предусмотрены необходимые средства, выделены и дополнительные на отдых детей, приглашенных из Старобельского округа ЛНР, Белгородской области, а также детей, гостей из Палестины. Участники совещания из профильных министерств и ведомств рассказали о приоритетных направлениях в работе летних детских оздоровительных лагерей. Воспитательная деятельность в детском лагере реализуется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, которые были зафиксированы в стратегии развития воспитания Российской Федерации. И приоритетной задачей на сегодня является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ценности духовные, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Участники совещания также отметили, что особое внимание будет уделено антитеррористической защищенности и пожарной безопасности детских лагерей, также строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Мадина Каракетова, Артур Мхцем, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.